Хочу вам, девчонки, показать свой очередной заказ, который я сделала в компании Faberlic. Этот раз у меня был заказ очень большой. Сейчас постараюсь все вам быстренько показать. Кому интересно, оставайтесь со мной. Вот, решила попробовать несколько разных шампуней. Вот такой вот крапивный шампунь. Это укрепление. Посмотрите, какая красивая бутылочка. Тут в упаковке... Так, 380 миллилитров. Хочу попробовать еще им голову помыть. И также на смену взяла еще вот такой вот шампунь. Это у нас Морозко. Восстанавливающий шампунь для поврежденных волос. Так, вот. И к этому шампуню еще взяла вот такой вот бальзам для волос. Буду вместе мыть голову ими. Гель для душа вот такой вот взяла. Мне он очень нравится. Большая упаковка 400 миллилитров. Он относительно густой. Очень вкусно пахнет. Мне он нравится. И Илье повторил вот такой вот шампунь. Ему тоже он очень нравится. Мужской, обычный. Не гель. Как есть там шампунь и гель в одном. Это просто шампунь. Также для Ильи еще вот такой вот дезодорант. Заказала 3 штуки. Себе для волос этот раз я заказала очень много средств. Вот такую вот краску. Привет, соседи, да. По вам соскучилась я. Вот цвет это у нас, сейчас скажу какой. По-моему, темный шоколад. Где тут цвет указывается? Буду скоро красить. А вот горячий шоколад. Дальше, так как я сейчас делаю очень часто укладку для волос, то я заказала такой вот термозащитный спрей, моделирующий термозащитный спрей для волос. Его я наношу перед укладкой. А также такой вот лак для волос. Это, по-моему, сильная фиксация. Да, сильная фиксация. И еще также сухой шампунь. Представляете себе, сейчас появился шампунь для темных волос. И вот такой вот для светлых обычный сухой шампунь. Это просто супер находка для меня. Я им не так часто пользуюсь, но он меня всегда выручает. Бритвенные станки. Вот такой вот скраб для лица. Буду наносить его на распаренное лицо. И хочу иногда очищать кожу именно им. Зубная щетка вот такая вот с мягкой щетиной, средней жесткости. Силиконовая щетина, это для Ильи. Мне такая щетка вот не подходит. Гигиенические средства. Травяной чай сбор, нам он понравился. И вот такие вот омега-3. Так, дальше. Что касается еще из уходовой косметики, давайте покажу. Вот такой тоник для лица решила попробовать. Это очищающий. Мы пользуемся с Анютой вместе. Зубная паста. Мне, кстати, вот эта вот фирма новая понравилась. Очень классная паста. Всем могу смело рекомендовать. Очень хорошо очищает. Приятный запах. Этот раз я решила взять другую. С морской какой-то, по-моему, солью. Так, это у нас крем для лица. Увлажнение. И это у нас крем для рук. Увлажнение тоже. Я поняла, что мне подходит именно увлажняющий крем, а не питательный. Так как у меня очень сильно сохнут руки, кожа рук, то поэтому мне подходит именно увлажнение. Маску для лица еще вот такую вот решила заказать. Буду ее наносить не так часто, но буду использовать. А вот этот вот крем для рук и лица, я уже сейчас попытаюсь открыть его, я уже его попробовала. Он жирненький и очень классный. Он так хорошо увлажняет кожу. Я им сейчас пользуюсь именно для лица. Как раз называется вот он «Зима». В зимнее время года его наносить нужно. Еще такую вот салфетку для удаления пыли заказала первый раз. Попробую. Мне прям очень интересно, действительно будет удалять пыль или нет. А карандаш для губ. Вот такой вот решила взять. Это у меня номер какой?
Сейчас скажу. Ну вот, наверное, тут. Так, и вот такой еще карандаш для губ. Губную помаду. Вот такой вот цвет. Я ее уже тоже попробовала. Мне понравился такой не очень яркий, не очень блеклый. Вот артикул. Упаковочка вот какая. Вот такой вот увлажняющий крем. Это с каким-то лечебным действием он. Он, конечно, не дешевый, но, судя по отзывам на сайте, он очень эффективный. Мы будем его наносить на раны. Он хорошо обладает свойствами именно заживления. Еще и мы им не пользовались. Так, и последнее, что было в моем заказе, это вот такие вот пробники туалетной воды я заказала. Сейчас вам скажу, покажу название. Вот такой вот аромат. Так, сейчас вот такой вот аромат. И вот такой. Так как я сейчас выбираю себе туалетную воду, то решила я сначала не покупать целую упаковку, а решила сначала перепробовать все, ну, конечно же, по отзывам, и определюсь, какой мне больше всего подходит. Ну, вот мне понравился вот этот вот очень. И, кстати, все пишут, что он очень стойкий. Если понравится мне, как он держится на мне, как он раскрывается на теле, я закажу полную версию. Приходит вот такой вот коробочки. Ну, в принципе, все. Такой вот у меня большой, но очень нужный заказ.